ходя в музыкальную школу, я уже пытался там что-то там наигрывать на рояле, на пианино, аккомпанировать отцу. Мне где-то было годика 4, наверное, я уже там что-то пытался играть. Даже в музыкальной школе как-то бывали какие-то там, допустим, брать какую-то крымско-татарскую темочку и ее как-то обыгрывать, как-то на нее накладывать какие-то музыкальные инструменты, какие-то новшества вводить. Так сложилось, что я много от них как бы получил очень много знаний и фольклорных, и музыкальных, и они как бы меня продвигали вот по этой вот музыкальной лестнице. Если скучно слушать фольклор молодежи, да, можно, допустим, действительно его так преподнести в какой-то новой форме, там, даже с элементами там, какого-то джаза, там, я не знаю, или в другом ритме, там, сохраняя при этом тему.